Главное, не сочкуем, ребята, там сзади, смотрю, ребята, многие. Позитивный настрой, разминка и полная готовность. На стадионе имени Елены Симбаевой спортивный праздник. Перед началом старта участников напутствовали именитые спортсмены, представители муфтията и Минспорта республики. Если мы пробежал несколько километров, чем-то кому-то сможем помочь, и это должно приветствоваться. И мы это видим сегодня, что наш народ, начиная с малых детей, родители со своими детьми сюда пришли для того, чтобы показать, да, в первую очередь пропаганда здорового образа жизни. Благотворительный забег в Дагестане проводят впервые. Подобные проекты уже практикуются в других регионах и странах. Акцию фонда «Инсам» поддержали в региональном Минспорта и в городской администрации. Эту идею подхватили много спортсменов, именитых людей, блогеры и так далее. Как бы много об этом говорили, так как он является первым в республике. Поэтому мы ожидали такое количество людей. Хочу сказать больше, то, что участие принимает не только Республика Дагестан. К нам пришли заявки от Краснодара, с Москвы и так далее. Люди, находясь далеко за пределами нашей республики, они увидели то, что забег благотворительный, перечислили средства, и именно тот промежуток расстояния, который мы сегодня будем бежать, они этот же промежуток будут бежать со своими коллективами у себя на родине. Маршрут забега пролегал по центральным улицам Махачкалы. Ирчик Азака и Дахадаева с финишем на центральной площади. Дистанцию без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все. Дети всегда в форме, делится Малик Гаджиев. Но в этот раз директор школы-интерната для сирот решил подать воспитанникам пример. Я даже думаю сейчас провести среди интерната такой забег, не знаю, как получится, потому что именно вот это массовый вид спорта нам нужен. То есть идея вам подходит? Конечно, это массовый вид спорта, потому что объединяет. Забег объединил людей разных профессий и возрастов. Самому младшему участнику было 6 лет, а старшему 55. Да, я всегда занимаюсь спортом, мне 55 лет. Я раньше в домском марафоне тоже участвовал, когда студентом был бег. Люблю бегать. Я вот это и тренирую ребят, футболистов тренирую. И вот это в школе физруком работаю. Я сейчас своих детей тоже даже учу вот на длинной дистанции. Многие не умеют бегать, не умеют правильно дышать. Я их даже учу, как надо бегать, как это все делать. Я учу их. Кульминацией мероприятия стало закрытие сразу нескольких сборов. Так забег собрал более 700 тысяч рублей. Все эти средства в режиме онлайн были отправлены на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Инсан». Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.